Я сюда, конечно, пришел не поесть. Герой нашего сегодняшнего выпуска Андрей Матюха, шеф-повар и владелец этого ресторана. Мы с ним поговорим о том, как начиналась его карьера и для чего ресторанам необходимо получать звезды от Мишлена. В конце я все-таки надеюсь поесть. Итак, поехали. Вы начинали в США. Прикоснулись вы к поварской деятельности впервые только там? Или было что-то до этого? До этого ничего не было абсолютно. Был только интерес. Слушай, ну я люблю есть с детства. Ну, мама хорошо готовила всегда. Дома какая-то выпечка была, всегда что-то она там придумывала. Может быть, это произвело впечатление, точнее, оставило какой-то след. Но я как бы так на это не полагаюсь. Первый раз просто, столкнувшись с магией кухни или хорошего ресторана, это произошло именно там, в Соединенных Штатах Америки, потому что на тот момент, это 2000 год, у нас в Краснодаре особо ресторанов-то и не было. А там, где я бывал, я понимаю, что это был, ну, просто какие-то места, которые хотели зарабатывать, я не знаю, ну, назывались ресторанами. А там, конечно, я попал в ресторан Fine Dining, типа, это невысокая кухня, но это типа ресторан хорошего очень уровня в центре Филадельфии. И я был очарован просто магией кухни. Конечно, первую неделю не был, потому что попал не на кухню, а убирать со столов, еще и с мексиканцами, это было вообще жесть. Я был первый русский за всю историю ресторана, и как бы там выживали все как могли. То есть, как бы, я имею в виду, меня выживали из ресторана. Что все типа не так делалось. Потому что, ну, понятно, я первый раз был в ресторане, не знал вообще, что это такое, какой сервис, как ходить, куда идти, там, я не знаю, как называется паста, ее там 11 видов или там 8, я уж не помню. И все эти названия, и вся эта языковая среда. Я думал, что я уже говорю хорошо на английском. Там надо было настолько быстро все делать, что пауза в 3 секунды уже считалась задержкой. На анализирование информации, на что-то ответить уже времени не было. И в этом была, конечно, очень жесткая сложность. Вот. Но именно с кухней я познакомился там, вот с харизматикой. Всю, скажем так, всю палитру я прочувствовал от шефа. То есть там как бы такой мощный был шеф в плане дисциплины. То есть там летали и сковородки, и сотейники, и все там летало. Если там что-то чуть затупил, там сразу получи, скажем так. Вот, ну, как бы в этом была некая сложность. Поэтому там оттуда все пошло. Вернувшись в Краснодар, как бы я на юрфаке учился. И я понял, что уже не очень-то мне хочется. Но образование закончил и попытался работать юристом, но не мое, не пошло. Впрочем, как и другие профессии, которые я перепробовал, и только вот в 33 решил, что буду готовить. Мы готовим угольный стейк, то есть стейк в золе, в сене, короче, жжёное сено. Потом мы там используем отходы от моркови, то есть их сжигаем. Они имеют тоже такое сладенькое послевкусие. Лук-порей, в общем, зола. И мы сначала коптим мясо вот в этой коптильне, вот здесь. Вот здесь. Коптим мясо. Затем его обваливаем вот в золе с солью там. И вот обжариваем с чесноком, тимьяном. Потом на открытом огне готовим. И все, и подаем. К нему подаем картофель в виде вот такой вот. Картофельный нуазет называется. Вот мы его сейчас приварим, затем обжарим на сливочном масле с хрустящим луком. Вот такой сублимированный лук. Вот. И можешь вот это скинуть? Продукты местные? Да. Вот. И подаем это все вот с таким салатом. Щавель, укропный крем, бобы, брокколи, травы. Вот. Ну, тоже на балансе, да? То есть у нас есть крахмал. Это вот мясо, крахмал, есть салат свежий и соус демигляс на натуральных говяжьих костях трое суток варится по рецепту Огюста Эскофье, 1873 год, он его придумал. Вот, мы его варим трое суток. К
Кто-то использует порошковый демигляс, а мы делаем все натурально, естественно. Ну вот, кстати, да, если трое суток его варить, а сколько же его хранить? Его же заранее как-то не наваришь. Слушай, у него хранение вечное, бесконечное. Это же коллаген. 50 литров получается всего 5. Это за 3 дня вообще слетает отсюда. Понимаешь? Поэтому здесь как бы... Причем хранение у него же, он же в холодильнике. Он как... Покажи, Дэми, где он вообще? Ну, в смысле... Я имею в виду, в каком... Он же, видишь, он же как коллаген. Ты видишь он? Желе? Почти, да. Но только без вредных этих штук. Потому что ты когда первые двое суток он варится, а к концу вторых суток он убирается в холодильник, весь вредный жир всплывает вот таким вот, и вот снимаешь куском, и остается сам вот этот студень. И потом уже красное вино, все такое, и увариваешь его, и получаешь... соус. Вы можете сказать, что это действительно случайность у вас была? Вы же могли пойти на работу какую угодно, не в ресторан. Это уже была не случайность. Значит, я просто сейчас уже могу абсолютно точно сказать, что это был вопрос только времени. Потому что именно вернувшись со Штатов, первое, что я хотел, это что-то открыть. Там либо с кондитерской что-то связано, либо с пиццей. Потому что я очень хорошо научился делать там пиццу, потому что ресторан был там днем, и мы пиццу подавали, вот. А вечером это пицца в меню была, конечно, но в основном там это паста, ну, короче, северо-итальянский стейк-хаус, то есть культура, как бы, итальянская кухня, но со стейк-культурой. Это как, знаете, как у нас любой ресторан, но блюда на огне на юге как бы должны быть, потому что юг без огня как бы, ну, для меня не существует. Это был вопрос времени, потому что вот все-таки пытался что-то открыть, но у меня не вышло. То есть просто у меня такой был стереотип очень узконаправленный. То есть я хотел именно там вот возле института, например. Я понимал, что там это будет работать, а меня куда-то туда не пускали. Ну, как бы не было ни знакомых, ничего. То есть я пришел, как бы, дайте мне там 2 на 2 метра в аренду. Они говорят, у нас вот таких, как ты, хватает, иди. Ну и все. Как бы я 2-3 места потыкался, и не получилось. Вот. И как бы я как бы немножко это отодвинул, думаю, надо юрфак закончить, все такое. То есть, но у меня постоянно я думал о том, что мне не хочется работать, то есть ходить на работу, на которой у меня нет удовольствия. То есть я не хотел всю жизнь работать изначально. Хотя я работал все время, но я постоянно размышлял, что мне не нравится то, что я делаю. И как бы, а принимать решения стереотипы мешают. Типа, тут я директор компании, там я еще кто-то, все. А как бы вот эти все слова, они, ну, как-то не грели вообще. Ну, то есть, тут ничего не менялось, и здесь удовольствие не приносило. И как бы, а смысл тогда вообще всего? Ну, то есть, ты как мужчина начинаешь задумываться об этом. Точнее, не задумываться, а думать глубоко. И это порождает какие-то ситуации, в том числе и стрессовые, которые... на фоне которых ты принимаешь решение. Вот. И вот как бы в один момент такой критический там в моей жизни, скажем так, для меня, я просто понял, что я хочу делать то, что я хочу делать. И меня постоянно тянуло на кухню. То есть постоянно, где бы я ни, там даже у меня была одна работа, а вторую я подрабатывал, это было связано как-то там то ли с рестораном, то ли еще с чем-то. И меня постоянно тянуло вот прям вот на кухню, к еде. И я потом просто в один момент понял, что почему я не прислушиваюсь к себе, почему я не делаю то, что мне хочется, какая разница, кто что будет говорить, кто ты, что ты. Главное, чтобы был кайф от того, что ты делаешь. Потому что по-другому как бы я себя в своем темпераменте, в своем характере, я себя не видел. И как бы вот в один момент я принял решение, что я буду готовить, и я хочу быть самым лучшим. Ложку дай мне. Ты не ложек, ничего нету. Шеф-повар должен быть таким, да? Суровым, чтобы все летало. По-другому никак? Слушай, да при чем тут суровый? Нет, это просто элементарный порядок. Мы как бы привыкли так уже работать. Не обижается? А? Не обижается? Ну, у нас же не институт благородных девиц. Мы же как бы вроде ребята все работаем. Чего обижаться? Я ж без дела никогда не скажу. Сначала я хотел сбежать.
То есть я думаю, сначала я уеду за границу, там потеряюсь как бы нелегально, и по Европе, по ресторанам поработаю, наберу опыт, потом вернусь и открою свой ресторан. Такой был план изначально. Была такая возможность, у меня там мексиканцы знакомые, которые переводят через границы там, и на катерах, и все. То есть с Америки остается куча знакомых в такого формата, потому что, ну, мы тоже нелегально жили. Ну, то есть как бы виза закончилась, ты, по-моему, никому не нужен, в принципе. А сколько, какой это период был? 3 года. Я жил 2,5 года, был нелегально. Но это никому не важно. Я абсолютно точно знаю, как выжить в Америке на $50, и через неделю у тебя будет на счету уже, ну, не знаю, пару тысяч долларов будет через неделю. С $50 можно попасть в Америку и уже работать вечером на кого-нибудь. То есть в этом плане, конечно, там, ну, если ты просто шевелишься, возможности есть. Ну, я это к чему все веду? Потому что сначала был план такой, типа поехать, набраться опыта, а потом как-то, не знаю, не помню, что меня остановило. И я все-таки решил, что, наверное, буду, ну, стартану-ка я здесь. Вот. И вот как раз-таки первым таким... Первым таким отчаянным решением было открыть в Витязево фастфуд. Мы его так назвали, фастфуд народов мира. Типа пили-ели назывался. То есть мы там подавали как бы стритфуд разных стран. Типа там тако, буррито, шаурма. Ну, шаурмы, кстати, не было. Специально была позиция, потому что у нас ряд был, проход к морю. Там шаурмичных было полно. Ну, как бы смысл открывать то же самое. Главное было как-то отличаться. Ну, что-то этим, чуть-чуть. Да. Мы изначально вообще хотели просто пончиковое. Ну, а мы там ларек поняли, что такое у нас ларек такой хороший. Мы его прям там, все там, знаешь, ничего ж не делают. А мы отделали его это, пластиком, раковину провели, воду. То есть у нас там прям, мы в белой форме были. То есть мы сразу выделялись своей чистотой, там все. И там мы вот пончики делали, лимонад, там сэндвичи, все такое вот. И, знаешь, первый месяц прям был максимально удачный. То есть мы прям все отбили и уже заработали сразу, за первый месяц. А второй, третий месяц мой компаньон просто, ну, он соскочил. У него еще там были ювелирные салоны, все такое. Он говорит, все, я не могу этим заниматься, я пошел туда. Я говорю, тормози, типа, давай, потому что, ну, как бы я один-то, ну, и на закуп, и готовить, и убирать, и все, ну, как бы я потом нанял помощника, все, но все равно мы не справились. Откуда взять деньги на первое? Слушай, вот желающих много, я 100 тысяч, я вот эти 100 тысяч занял у друга своего, потом вот прогорел, продал машину, отдал ему. Рублей? Да, 100 тысяч рублей. Но мы открыли этот ларек за 150 тысяч. А что там надо? Все, бэушное купили и поехали работать. А продукты? А продукты уже, это оборотка. Ну, сегодня наторговал на 10 тысяч, хоп, там пошел на 5, купил продуктов, например. И поехал, оборот, а потом откладываешь. Но это история такая, то есть это малозатратно и временно. Она не дает ничего. То есть это был такой, знаешь, для меня было, у меня всегда был вопрос. То есть я как бы колебался, а вдруг и это неправильный путь? А вдруг я буду сейчас готовить так, кому не будет нравиться? То есть мне важно было, чтобы понравилось. Поначалу что было сложно для вас там? Порезать рыбу? Рыбу разделать. Рыбу. Почему? Я не умел разделывать рыбу. Если все остальное еще хоть как-то, а вот филировать рыбу была проблема. Ты вот. Там кости меня... вытащить, порезать, да? Ну, нет, это прям снять филе с рыбы и, соответственно, там, ну, как... Есть два вида разделки. Обычный, как бы, и японский, не потроша рыбу, можно снимать филе, не вынимая, ну, внутренности. Вот, но для меня это было сложновато. Ну, это все. А так, в принципе, ну да, и еще был момент, когда я себя срезал прямо вот так пол фаланги. Меня, короче, шеф поставил резать этот базилик. Базилик с соломкой. То есть там история такая, ты складываешь листья базилика стопкой, отбираешь листья, калибруешь их по размеру. И как бы получается, как, как правило, 3 размера на ветке. И такие стопочки. И, короче, сворачиваешь эту стопку такую в трубу, такую в сигару такую. И аккуратно соломкой, короче, нарезаешь, чтобы такие вот он был прям базилик вот такой. И я помню, вот так палец, ну, неправильно держал палец. Надо же держать вот так фаланги, чтобы вот здесь нож идет, да, режет. А я вот этот палец вот так выставил. И, короче, себе. Оставили кусочек себя.
Вот, и да, это было, конечно, а работал мне в зал выходить все время. Я на кухне работал, ко мне... Облегется, да, все кровь. Вот, и, короче, там пипец, замотал там это. Но меня все равно отправили, потому что даже с повязкой в зал нельзя выходить. Запретили. Травмы на кухне есть. Кухня травмоопасная. Я в свободное время очень много рецептов писал. То есть я придумал еду, денег не было на проработки, но у меня мозг генерировал идеи, я их все время вписал, у меня до сих пор этот блокнот в машине лежит. Что-то используете из того сейчас? Я много использовал. Понимаешь, как я могу сейчас что-то использовать? Технологии-то растут, идут вперед, блюда мы меняем, мы же не возвращаемся к старому, мы всегда идем к новому. Какие-то хиты становятся хитами ресторанов, да? А что-то новое сейчас можно придумать? Как сказал великий Пол Бекюс, повар за всю свою жизнь по-настоящему придумывает 2-3 блюда. Прям придумывает. Все остальное он только улучшает. Ведь часто бывает, ты готовишь, что только приготовил, потому что, о, классно, круто, а потом ты там смотришь и такой, о, очень похоже, как я приготовил, я же так же делал. То есть, мышление у поваров по всей планете, они как бы пересекаются в любом случае. Плюс, пожарить стейк, да, можно же по-разному, но по факту это жарко мясо. Но можно делать это несколькими разными способами. И тогда, у кого правильный, тут не скажешь же, правильно, это уже выбор гостя. То есть, нравится, значит, ты правильно сделал, не нравится, значит, ты ошибся. Вот, то есть, это все, в принципе, элементарно. А среди поваров не существует такая, как... плагиат, как в музыке. Слушай, как сказал великий Гордон Рамзи, он самый первый вор среди ресторанов, он сказал следующее: если я могу повторить блюдо, которое я увидел в ресторане и считаю, что мои гости будут за него благодарны, я могу его украсть. Потому что попробуй повтори. Вот ты ешь, да? Попробуй повтори сочетание. Разбери на ингредиенты, которые дают именно это послевкусие. Или эту текстуру. Чтобы украсть по-настоящему блюдо, нужен тоже талант. Нужны знания. Мы не можем сказать, что мы не повторяем. Потому что от насмотренности, ты знаешь, как еще? Мы не можем придумать того, чего мы не видели раньше. То есть насмотренность дает свои отпечатки. Мы же смотрим друг за другом. То есть, например, не за своими смотрю, да, я смотрю за лучшими шефами в мире. Мишлен наконец-то выдал российским ресторанам звезды. Но, по-моему, все рестораны московские, правильно же? Может ли это как-то повлиять, в принципе, на рестораны всей страны? Конкретно у нас про Краснодар сейчас речь. Как-то этот толчок будет или это просто единичный случай? Два повара готовили на этой церемонии. Я и еще один парень. И мы были внутри прямо этого события. Мишлен в Москву пришел не просто так. Правительство Москвы заплатило гиду Мишлен 5 миллионов евро для того, чтобы он пришел гид только в Москву. Хотя вообще Мишлен заходит в страну, но это, коммерческий гид, но он не получает деньги от ресторанов. Он получает деньги от управления страной, правительства. Да? Вот конкретно мэрия Москвы, города Москвы, заплатила официально 5 миллионов евро. Инспекторы летают с Франции, да, они живут в Москве, ходят по ресторанам, плюс у них зарплата высокая, очень высокая. То есть это работа, оценивать ресторан. Поэтому получили московские рестораны. Чтобы пришел гид в Питер, Питер проводит переговоры с Мишленом, чтобы он пришел в Питер. И правительство Питера будет платить Мишлену, чтобы он зашел и оценивал. Почему это происходит? Потому что Мишлен, он является как лакмусом, как стандартом качества, который говорит, это отличный ресторан с одной звездой. То есть здесь отличная кухня. Ресторан с двумя звездами – это уже на уровне искусства. А три звезды – это уже ты должен прям специально ехать, запланировать путешествие, чтобы посетить это место, потому что там кухня, сервис, атмосфера – все на высочайшем уровне, на грани науки даже практически. То есть шеф уже реально как созидатель творит. Короче, это вот про звезды, да? Поэтому московские рестораны были оценены вот так. У меня у многих были разногласия, кто получил справедливо, кто несправедливо.
Но следующий год покажет, потому что они 2 года будут их оценивать. Могут отобрать, да? Да, вообще в легкую, да. Звезды можно потерять спокойно. И это не может не повлиять на туристический поток, потому что Мишлен именно для иностранцев является показателем развития гастрономической культуры. То есть те иностранцы, которые приезжают к нам в качестве туристов, видя мишленовский ресторан, понимают, что здесь, в этом городе или в этом регионе гастрономия имеет культурное значение. Заплатили денег, они обязаны дать звезды? Нет, они не обязаны. Нет? Они обязаны проинспектировать ресторан. То есть, как работает Мишлен? Звезда Мишлен в Москве и в Японии – это одна и та же звезда. Они оценивают по определенным стандартам, которые определяют качество ресторана. Поэтому не то, чтобы они должны. Вот мы заплатили им деньги, они пришли, проинспектировали ресторан, сказали, у вас нет таких ресторанов, извините, работайте дальше, мы приедем в следующем году. Нам он нужен. Это будет невероятное развитие и скачок не только в туристическом потоке, а просто в имидже края, в имидже города, в имидже края. А нет опасений, допустим, все хорошо, пошло, договорились, денег дали, они приезжают, и а что оценивать? Они скажут, некому давать, или у нас есть кому давать? Слушай, ну, хороший провокационный вопрос. В городе есть достойные рестораны, которые получат звезды, 100%. Да. Ну, это мои рестораны, 100%. Слушай, но нет, я работал в 3-звездных ресторанах, в 2-звездных ресторанах, стажировался, работал со звездными шефами, готовил ужин и все. У меня есть мировая практика. Я знаю, что такое звездный ресторан, я знаю, как так надо работать. В городе достойные рестораны есть. И буду уважительным ко всем, не только мои. Есть сильные игроки на рынке, и я думаю, что у них тоже есть шансы получить звезду. Одну, две, не знаю. Ну, две, наверное, вряд ли. Одну, да. Считается быстрое, да, блюдо для приготовления? По сути, да. Там, конечно, подготовка 3 суток, мы знаем. Да. Ну, я когда-то в детстве тоже подумывал о том, чтобы стать поваром. Ага. Но среди моих примеров, конечно, были такие повара, которые в столовках работают круглыми сутками, вот это вот над огромными чанами. У всех такие примеры есть. И, естественно, я перехотел, да. Но у вас такой пример-то хороший был, если говорить про США. Я себе еще не рассказал то, что я после Америки приехал и пытался работать в ресторане. Я поработал там 3 месяца и понял, что я в русском ресторане так работать не хочу. Я хочу работать, как я хочу. И тогда уже было желание делать что-то свое, понимаешь? Это из-за нагрузки или какой-то организационный момент? Нет, из-за уклада вообще внутри, что там происходило. Как бы я-то видел другое. Я-то видел там высокую кухню, как там люди работали. У нас все готово. Какая степень прожарки? Медиум. Идеальный медиум. Дети картофеля. Да. Baby potato. Соуса. Готово. Приятного аппетита. Это для вас. Спасибо. Все, друзья, всем пока. Все, отлично. Да? Спасибо вам. Да? Как сказал шеф, картошка идеальная. Главное, это тут мясо. Передаю привет монтажерам и всей редакции.